have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! В Impostor сегодня будем катать. Итак, тут ребята с разными видами ушей. Интересно, уши как-то влияют на твою способность стать импостером? Может быть. Но я вообще ковбой. Ампаста. Да, я паста. Ампаста. Ну, ладненько. Сзади меня стоит убийца с ножом. Да. Куда я хочу? Кристальная тундра. А, поздно уже голосовать. Экипаж. Ну, хорошо. Так, ну-ка. А что, ФКшников-то? А, не, ФКшники, нормально. Мне очень страшно, когда кто-то рядом со мной идет, поэтому я делаю только самые быстрые задания и оставляю напоследок. Тяжело. Да? Да. Те, которые медленные. Я их называю тяжелыми. Медленно тяжелые? Потому что их опасно делать. Опа. Что я тут должен делать? А кто ж тебя знает? Я сбиваю метеориты. Зачем? Я без понятия. Фига! Кто это? Я сразу написал, где. Ну-ка, что в чате говорят? Они все голосуют за желтого. Киа Марилу. Так. Я буду за тебя голосовать, чувак, ты мне не нравишься. Не надо за меня голосовать. Не за тебя, за другого тебя. В смысле, вообще не за тебя. В принципе, мне очень не нравится то, что зеленый просто так кого-то берет. Я голосую за зеленого. Почему? Ну, никто же не видел, как я этого чувака убиваю. Фига ли вы меня выбрасываете? Ты был импостером? Да. Блин, а я тебе верил. Я тебе вообще ничего не говорил, в смысле верил, я же тебя не обманывал. Так. Я все еще могу саботировать. Ха-ха-ха. Даже мертвый... Открывать двери и помогать своему сообщнику. Даже мертвый импостер может саботировать. Какие же вы все страшные, черный. Перестань! Иди за мной! Я даже не знаю, кто второй импостер, но ладно. А голосование, какое второе имя было красным? Mm? Какое второе имя было красным? Не помню. Такие подозрительные серые преследуют меня. Идите, идите от меня! Мне страшно. Почему все так увидели меня? Я парасоте. Я зашел в комнату, меня никто не видел. Как я убивал, никто не видел. Почему все вдруг решили проголосовать против меня? Все такие подозрительные. Розовые. Ты вообще какого цвета? Я коричневый. Я цвета говна. О, я вижу тебя. Я бегу за тобой. Все, это означает, что ты убийца сзади меня, да? А? Убийца с ножом, который сзади меня. Какой убийца с ножом? Ну тут... вот, сзади меня человечек в маске, он с ножом. Мы что, проиграем из-за того, что ты сделал саботаж реактора? Да. Я все равно вас всех убью. Фух, успели. Там оставалось 2 секунды. В смысле, блин, успели? Так, ладно. Я пошел еще раз саботировать сейчас. Сейчас вы еще выкинете какого-то невиновного, я пошел еще раз саботировать. Так, ну, кто?
Кэффи? Кто у нас тут Кэффи? Я такого чувака не вижу. Пиньос. Розовый следил за мной, потом он почти убил меня. Но я-то знаю, что это не розовый, ну ладно. Серый следил за мной. Нет, я тебя видел. Блин, ну случайно за розового проголосовал. Блин, они были так близко друг к другу. Один был высоко, а другой был не высоко. Сейчас посмотрим, кого выкинут. Ну, мне очень не нравится Серый, потому что он меня преследовал подозрительно. Он ничего не пишет. Он просто за мной везде следовал, везде, куда я шел. А кто? Все проголосовали за Розового. А почему за меня импаста проголосовали? Почему за импаста проголосовали, а? Который я. Ну, у тебя же написано «Ампаста». Во, вы выкинули невиновного. Я пошел дальше саботировать. Блин, мне страшно, мне страшно. Следующий ты. Не надо. В смысле не надо, надо? Нет. Да. Чего вы все преследуете меня, вы такие страшные? О, здорово, кстати. Фиолетовый. Он странный. И черный странный. И желтый тоже странный. 10 секунд до вашей смерти. Может, время сделать долгое задание? Не знаю, не знаю. Только попробуйте меня убить, не делайте этого. Я хороший котик. Где? Что? Кислород. О, два. Так, зеленый, ты сас. Сас. Да ну фиг ли ты так я быстро вырубил его, ладно. Нет, никто никого не убил. Это был плохой выбор, не надо было это вырубать. Ладно, сейчас посмотрим, что вырубить. Вырубай воздух. Конечно. Или давай атомные реакторы, да. Я как раз сейчас смотрю, куда ты идешь. Белый, это белый. Человек. О, экстренное собрание. Давайте выкидывайте еще одного невиновного. Это импаста! Белый, он следил за мной, белый! Окей. А почему? Окей. Мега 014. Ну, чувак, ты сейчас пойдешь в прогулку по космосу. Ой. Или импаста пойдет в прогулку по космосу. Нет. Все сказали окей, не мне верят. Ну, просто какого фига? Возможно, это ирония, ты не подумал? Он реально преследовал меня. Следующий я выберу черного. Мелатонайн. Давай, голосуй, чувак. Да, вы выкинули еще одного невиновного. Ты уверен? Я знаю. Так, значит, это черный? Я не знаю. Я знаю, что вы выкинули невиновного. Но он преследовал меня. Да, он просто бегал, выполнял таск. Но он не выполнял таски. Выполнял. Он прям следил за мной, смотрел меня. Но он то, что он думал, что ты импостер. Все за тебя до этого голосовали. Но когда я от него убегал, он за мной бегал. Сейчас мы еще какой-нибудь реактор долбанем. Не делай этого. Или если воздух. Кто-то убьет ФКшника, то я сразу скажу, что это серый. Или, может быть... Я бы постоял возле компьютера, где написано, живы ли все. Ну, чувак, ну какого фига ты так близко-то? Давай, вали отсюда. Так, быстро к реактору надо. К реактор. Слушай, я даже знаю, кто импаста. Я. Импостер, походу, это... Розовый?
Да? Я же угадал? Чувак, уйди отсюда. У тебя вообще нимб. Значит, это оранжевый? Раз ты говоришь про нимб. А, это серый! Он тебя убил только что? Да. Я в самом начале говорил, это, возможно, серый. Ага. Фишка в том, что у меня здесь показывается кто. Смотри. А ты в чате, по-моему, ничего не можешь писать. Могу. Не можешь. Но мне... У тебя мертвый чат. У тебя мертвый чат. Я знаю, но я же могу. Да, но ты ничего не можешь сказать живым. Но я же могу писать. Писать можно, но живые тебя не услышат, у тебя мертвый чат. Да. Блин, ну пожалуйста, голосуйте за серого, голосуйте за этого дебила. Пожалуйста, прошу. Говорили, что будут за черного голосовать. Нет, не делайте этого, черный невиновный, хоть он и подозрительный сильно. И сильно подозрительный. Черный ушел в вентиляцию. Черного за вентиляцию. О, оранжевого выкинули. Зачем? Why? Его даже не подозревают, этого свагинетти. Одного выкинули, подозревают вообще в другого. Они берут, выкидывают невиновных людей. Погоди, а им вообще пофигу то, что он вызвал тело, никто не видел, кто кого убил. И что? Им пофигу? Да. Слушай, выруби реактор. Хотя нет, свет, выруби свет. Почему? Если ты вырубишь свет, то многие, много кого убьют. И тогда ну, раунд тоже логично. Закончится. Опа. Понимаешь, я лучше импостер, чем ты. Вот в чем дело. Не знаю, не знаю. Как ты фонарик включил? У меня нету фонарика. Срочное собрание. Выкидываем черного. Черного. Серого. Но ты, он ты, убил? Он, это, где, что? А! Он убил? Ты убил или серый, ты тебе... Серый, говори, нет, серый, черт! Да. А. Ладно, мы проиграли. Знаешь, дело в том, что я гораздо... Я гораздо лучше импостер, чем ты. Не знаю, не знаю. Фейк норм. Ладно, поехали еще одну карточку. Куда я хочу? Контейнмент? Может быть, я хочу стейшн? Ну сюда наступите кто-нибудь. Ладно. Такое непривычное ощущение, когда ты не можешь прыгать. В Роблоксе ты всегда можешь прыгать, но в этом режиме прыгать нельзя. Просто нажимаешь на пробел, и ничего не происходит. Хе. Теперь я Луиджи. Где? Я Луиджи, все. Почему не Валуиджи? Почему Луиджи? Я даже не знаю. Так. Валуиджи звучит круче. Валуиджи. Нафиг. Идем выполнять задание. Че ты со мной бежишь, а? Кто с тобой бежит, а? Наконец-то могу сделать таски. Так, ну я уже понял, что импостер. Тело. Ну ты его и убил. Я его не убивал! Все, я понял, кто убийца. Это Луиджи! Ха-ха-ха-ха.
Why, why, why? Why, why, why? Ну, голосуй, ты единственный, кто не проголосовал. Все тебя ждут. 20 секунд еще, ты чё? Ничья. Почему за меня проголосовали-то? Why? Ты убил тело, моментально о нем заявил. Я ты его просто... не убивал! Я вообще делал про вода. Про какая вода? Про такая вода. Блин, я сколько раз играл за импостера, я ни разу никогда не передвигался по вентиляции. Надо будет попробовать как-то. Чё ты тут делаешь, а? Чё ты тут делаешь? Умри! Я знал, что ты импостер. Нет, ты не знал. Я знал это с самого начала, это было видно. Я, минуточку, как это я не знал? Вы еще и победили. Ты а, еще и белый. Знал. Белый тоже был. То есть, чуваки правильно говорили. Белый тоже импостер. Ты знаешь, чем дело? Это белый убил то дело в кафетерии. Но все равно ты был импостером. Какая разница? Но я нашел это тело. И ты был импостером. Но я был импостером. Но я же не убивал это тело. Да? Но я тебя раскусил очень быстро. Ох, не люблю, когда меня раскусывают очень быстро. Не люблю. Одного голоса не хватило, чтобы тебя выкинуть. Ты бы сейчас летел и наслаждался космическими пейзажами. Я люблю космические пейзажи. Пейжазы. А, это за рубаксы, нет, спасибо. Так. Ну хорошо. Я буду избегать тебя. Меня? Да. Сфига ли меня-то? Ну потому что твой свет слишком подозрительный. Я слишком желтый? Да. Это потому что я слишком желтый? Да. Так, где там я задание? Я не люблю желтый свет. Он слишком подозрительный. Доверься ему и пятен нет. Красный? Ну там не было красного. Какой красный? Ты о чем? Тут красный вылез из вентиляции. Серьезно? Да! Я видел, как красный заходил к таскам. Его вообще там не было. Он там из ниоткуда появился. Все. Ну, я вижу красного, но он не выглядит опасно. Пум-пум-пум. Срочное собрание? Ну-ка. Я. Ты? Да, я сделал это. Ты думаешь, что это красный? А? Не зря я тебя избегал. Слушай, а как вы выиграли? Убили всех. Но я же вызвал голосование, вы не могли кого-то. Поздно. Убить. В то время, пока ты вызвал голосование, он добил еще одного человека экипажа, и все, у вас уже не было шансов выкинуть человека. Flawless victory. Это не круто. Not cool, man. Not cool. Куплю себе шапку-ушанку. Ушку-шапанку. Ну, покупай. Выглядит круто. Давай. Блин, у меня 215 денег. Я спагетти. Серьезно? Да, я спагетти. Ты спагетти? Я спагетти. Давай посмотрим. И так. Так, таски. Вы все подозрительные. Поехали. Вы все импостеры. Быстренько а делаем, быстренько экипаж. Уходим отсюда. Че, вы все такие странные, да? Все напевайте песенки. Написняйте певенки. Спорим то, что я найду мертвое тело. Найди. Ты же хочешь, чтобы я нашел
мертвое тело. Ну ты его убьешь на месте, потому ты его и найдешь. Сегодня день импостера, просто так уж получилось. Ладно, ребятушки, пока что на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.